Какая женщина откажет себе в удовольствии подвергнуть унижению счастливую соперницу? В особенности, если эта соперница еще и приятельница. Анна Ивановна, молодая женщина, только что вдовевшая, подала связку писем совсем уничтоженной Марье Петровне. Вот! Я нашла их в бумагах покойника. Марья Петровна взяла письма дрожащими руками. Я не знаю, что и думать о вас. А вы ли очень злы или очень великодушны? Ни то и ни другое. Я просто удивлена. Я прочла ваши страстные излияния. Вот никогда бы не подумала, что покойный Николай Николаевич мог внушать такую пылкую страсть. Ее письма читали. Марья Петровна чувствовала себя так, как будто публично раздели. Вы можете меня презирать и ненавидеть, но я любила вашего мужа. Я горячо, я безумно его любила. Да его нельзя было не любить. Моего Николая Николаевича? Да-да-да. Вот не подозревала. Он был так мил, так любезен. Трогательно предупредителен, весен, так остроумен, умел так говорить. Николай! И он заставлял забывать обо всем мире. Открытие, которое делается после его смерти. Этот уволень, этот лежебока, этот бук, от которого было трудно добиться слова. Человек с теплой водой вместо крови. А нет, нет, не говорите. Он так любил, он так умел любить. В нем было столько огня. И часы с ним летели так незаметно. Вы, кажется, говорите о Василии Степановиче. О моем муже? Ну да. Вы даете характеристику вашего мужа. И характеристику превосходную, под которой я готова подписаться обеими руками. Вы... Как протягивают два человека, пораженные одним.
тем же несчастьем. Это чудовищно!